30 июля утром подразделения вооруженных сил Армении с нескольких позиций в направлении населенного пункта Еникен Басаркичарского района на государственной границе подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противнику был дан адекватный ответ. Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанской стороны.